Ты сидишь тут уже 2 дня. Хансен опять статью напечатал. А у меня нет темы для реферата. Не унывай, ты же изобрел оконную роспись. Это матч по футболу. Это стая голубей дерется за крошки. А эта женщина гонится за вором, укравшим кошелек. Из 2 победить может только 1. И моей сестренке это известно, а она вот такая. Найти бы равновесное состояние, когда победа не главная и нет проигравших. Представь, как бы это повлияло на конфликты, переговоры о вооружении. Когда последний раз ел? Джон, скажи, когда ты ел? Разницу курсов. Есть хочешь? Ты не уважаешь и не ценишь полет мысли. Да. Вот пиццу. Да, пиццу я страшно уважаю и ценю.